Здравствуйте, друзья! Меня зовут Геннадий Рожин, и сегодня мы будем делать квас с чистотелом. Для этого нам понадобится чистотел, примерно один стакан. Вот я уже его порезал, один стаканчик чистотела. Потребуется одна ложка сметаны. Марлечка потребуется, в которой мы завернем чистотел, и грузик. Вот я грузик припас. Так, потребуется еще вода кипяченая, остуженная, и потребуется еще марлечка, чтобы нам накрыть потом вот так банку. Итак, приступим. Закладываем чистотел в марлечку. Так, кладем туда грузик сразу. Здесь я взял марлю в два слоя. То есть я считаю, что достаточно будет. Так, сейчас мы завяжем. Вот так. Завяжем с угла на угол. Вот так, чтобы у нас ничего здесь не вылезло. Так, еще разок. Вот так еще. Итак, вот мы завязали и аккуратненько туда в баночку. Так, все, опустили. Так, теперь нам надо здесь вот столовую ложку сметаны положить. Так, вот. Так, примерно так. Теперь выложить мед. Вообще в рецепте там написано стакан сахарного песка, но поскольку я сахарный песок и сахар содержащий вообще ничего не употребляю, то я решил заменить сахарный песок медом. Что из этого у нас получится, мы увидим. Итак, вот. Выкладываем мед. Ну так, я думаю, достаточно. Так, теперь будем выливать воду. Вода кипяченая и охлажденная, но не совсем холодная, так тепленькая, чтобы у нас все-таки в холодной воде мед будет медленно остужаться, разводиться. Итак, вот тут воды я, видите, подготовил недостаточно. Но ничего страшного, я потом еще вскипячу и добавлю. Главное, чтобы вы поняли принцип. Рецепт такой, повторю. Стакан нарезанного чистотела. Заворачиваем в марлю, добавляем грузик и ложим на дно банки трехлитровую. Дальше добавляем столовую ложку сметаны, добавляем или сахарного песка стакан, или как вот я добавил меда. Заливаем водой доверху и закрываем
марлечкой. Можем вот так резинкой стянуть еще. И вот в таком положении она у нас, баночка, будет настаиваться, квас будет готовиться 2-3 недели. Хотя в некоторых источниках там дается цифра 28 дней. У Болотова написано 2-3 недели. Причем нужно будет каждый день вот эту марлечку вскрывать и аккуратно размешивать ложкой сверху вот так водичку. Для чего это надо? Для того, чтобы у нас на поверхности не образовалась плесень. Вот таким образом готовится квас Болотова. А что у нас в итоге получится, мы увидим с вами позже.